Мечтай и действуй. К слову, в Федоровском районе уже 5 человек получили гранты на открытие своего дела в рамках программы развития предпринимательства. Сначала все они прошли обучение, защитили бизнес-проекты, а уже потом воплотили мечты в реальность. Магазин, фотостудия, мини-производство – все это появилось в селе благодаря государственной поддержке. Как стать участником программы, расскажут мои коллеги. Анастасия Невежина из поселка Новошумный Федоровского района многие годы хотела открыть свое дело, а именно современную фотостудию. Мечта сбылась, теперь у нее есть вся необходимая техника и даже клиентская база. Воплощение ее бизнес-идеи помогло государство. В том году узнала, что государство помогает жителям сельским, чтобы развивать свой бизнес. И вот прошла обучение в «Бастау бизнес», получила сертификат. Защитила его в этом году, получается, обратилась в центр занятости с заявкой и защитила свой бизнес-план. И государство помогло мне, выделили деньги на развитие бизнеса 1 200 000. Мы закупили оборудование, взяли принтер хороший, чтобы печатать фотографии, взяли термопресс, который осуществляет сублимационную печать. Печать на кружках, на футболках, на тарелках, на кепках. Еще много чего разного. Аза Исмагилова тоже воспользовалась условиями государственной программы для расширения своего бизнеса. Теперь она продает не только косметику, но и текстиль. В планах открыть бутики по всему району. Уверена, государство поддержит. В прошлом году прошла обучение бизнес-бастау. Получается, в том году получила сертификат. В этом году подала бизнес-план, получила грант в размере 1 225 000, там вроде 200 тенге. Вот с января месяца открыла ИП, начала работать. Сначала я по косметике, сейчас вот расширилась, текстиль. Планы? Ну, в планах где-то еще открыться, возможно, в Пешковке. Хотелось бы расшириться. Безвозмездный грант может получить любой желающий. Конечно, навстречу идут молодежи, людям с ограниченными возможностями и малообеспеченным. Главное – не лениться. Пройти специальные курсы, составить грамотный бизнес-план. В целом, мерами занятости в Федоровском районе уже охвачено больше 600 человек по всем направлениям. По проекту развития предпринимательства обучение 8 человек по специальности тракторист, машинист сельскохозяйственного производства. Также прошли онлайн-обучение на электронной бирже труда 17 человек. В этом году в Федоровском районе запланировано выдать еще порядка 24 грантов. Если вы давно мечтали открыть свое дело, это отличный шанс. Подать заявку на участие можно на специальном портале «Бизнес Инбек». Любовь Оплачкина, Кабылахат Сейдахметов, Ужас Есенжигитов, телеканал «Костанай» из Федоровского района.